Алло. Мистер, надо согласовывать сначала, наверное, блядь, чтобы тебе позвонить, нахуй. Почему? Так телефон в кухне лежит, я в комнате. Помнишь, с четырки парня Юра Урген, не помнишь? Я тебе его когда-то показывала, говорила, на моей Калине учился, ездил у Миши инструктора. Ну и что? Ему уже 15 лет дали. А там что-то разбойное нападение группы лиц с применением оружия. В итоге в конце ноября звонят сестре и говорят, что его полтела, а точнее только верхняя его часть, находится в морге в Санкт-Петербурге. И типа вот забирайте, депортируйте, хороните за свой счет, начинают. Ну, короче, все это сестре сказали. Чуть попозже все это выяснилось. Короче, он удостоен медалей. Плюс 5 миллионов даст государство. Оказывается, его завербовали вагнера. И он уехал на Украину. Ни мать, ни сестра, никто не в курсе. Недолго там продержался. Ну, короче, вот только половину Юрика прислали сюда. Угу. Майк там в ахуе, а? Других вариантов, ты видишь, там все равно бы не было, нахуй, вернуться оттуда. Мать в ахуе, типа он же в тюрьме сидел, он же никому не сказал, что он пошел воевать. Ну, кому он должен был сказать? Ну, есть разница, 15 лет или полгода. Ну, есть, если доживешь, но там, как правило, же не доживают, нихуя. Ну, короче, вот.